Гэрисон, у меня для вас очень-очень важное послание. Гера, смотри. Бэтик, ты какой толстенький стал. Гэрисон, всем привет, сегодня новый день, а значит новый влог. Тут Мари Сен, тут Бинет Сен сейчас получит. О, а ты что ешь? Сейчас будет доброе утро. Тебе такое доброе утро сделаю. Не-не-не, Герман. Сегодня мы снимаем с самого утра. Обязательно, Гэрис, не забывайте подписываться на мой канал, потому что этот канал должен стать самым быстро растущим на русском ютубе. Бетти, прости, Бетти, чуть практически тебя ударил. Бетти. На самом деле, Гэрис, вы очень плохо поработали в этом месяце. В этом месяце по количеству подписок меня обогнала Марьяна, Николай Соболев и еще кто-то. Короче, из блогеров меня обогнала только Марьяна, Николай Соболев. Ну, короче, еще пару человек, но я где-то в пятерке. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы в следующем месяце мы стали самым быстро растущим каналом на русском ютубе, хотя бы из блогеров. Мы не берем там всякие там Маши и Медведь, на которых подписывается непонятное количество человек. Вообще, где они, непонятно где. Мари Сен сегодня снимает видео, да? Снимаешь видео? Что за видео? Я расскажу всю правду про тебя. Она расскажет всю правду про меня. А здесь у нас ребятушки, доброе утро. Если нас нет, знаете, мы уехали домой снимать ваши видео, ибо на прошлый на звука нет, а на другое время у нас на это нет. Так что приедем часов в 11 утра. Почему нет звука на видео? Где все? Пойдем посмотрим в офис. Нужно их взбодрить, а то они никак не бодрые. Нам не хватает. Давай так. Почему такая небодрость? Почему такие небодрые? Делаю видос, пожалуйста, не надо. Делаю видос. Все такие работнички. А как посмотреть пятую серию XO Life? Дом просто вверх дном. Чё, когда Маша уезжала в Америку, тут вверх дном дом был. Никто не работал, а сейчас такие, мы работаем, Гера, не мешай нам. Ты, конечно, дебил. Покупаешь себе вещи и сам уже их портишь. Какие вещи покупаешь? Ты на клавиатуру побрызгал. Ой, слушай, помыть клавиатуру, знаешь, ничего плохого не будет. Не надо, что такая пожалуйста. Грустная? Не надо, я дела делаю. Какие дела? Вот что мне снимать в тот момент, когда все такие грустные, а? Представляете, как сложно мне поддерживать веселую атмосферу, когда весь дом просто грустных ребят. Маш. Эй, попробуй. Ну побрызгай хоть меня тогда. Не надо, люди красивые одежды. Если у тебя видео экспортируется, значит оно еще не монтируется. Вы думаете, у меня температура? Нет, у таких парней, как я, не бывает температуры. Потому что я родом из Тулы. Сейчас вот так ударю и вас сдуло. А если ты подпишешься на мой канал, то ты будешь самым крутым, братан. Ты знаешь, воду пить надо по утрам, иначе будет плохо организму и вам. Гэрисон, у меня для вас очень-очень важное послание. На самом деле, я сегодня целый день не был дома, и моя бабушка осталась с моей собакой, и она ее решила откормить. Я не знаю, как можно было откормить собаку за один день, но теперь моя собака выглядит так. Вот так! Ребятки, какая она тяжелая. Ребят, Бетик, ты какой толстенький стал. Бетик, ты что такой толстенький стал, Бетик? Бетик маленький такой. Бетик так вырос, так печально, что дети так быстро взрослеют. Я не знаю, что делать с этим Бетиком. Бетик, как тебя теперь кормить? У меня не хватит корма на тебя. Бетик, это что не Бетик? Это пончик. Это видно по нему, что это пончик. Это Ева ребеночек. Ребеночек Ева. Ев, у тебя, короче, ребеночек, конечно, просто здоровенький. Они такие разные. Одна порода. Ой, прости. Бетик, вы друзья или как? Бетик, вы друзья или что? Я не понимаю, что происходит такие. Вы друзья. Кто это, Бетик? Это твой папа. Можно качаться. Хорошая разминочка. Главное, чтобы у них не случилось вот это. Это самое важное. Я хотел тебя спросить, Бинет, что ты сегодня успел за день? Поесть три раза. А еще что? Ну вот для творчества, для видео твоего, ну вообще что успела? Накраситься. Ну а за день, за целый, что успела? Ну, в плане видосов там, ну. Сняла видео. Какое видео ты сняла? Ты его в 11... Про приложение лайк, подписывайся. Подожди, ты в 11 вечера сняла видео, а что до 11 вечера? Я красилась и снимала лайк. А сколько ты сняла лайков? 5, по-моему. Подожди, я смотрю. От этого я красилась. Подожди, ты проснулась в 11, да, в 11? Вот такое. Ну, в 12. 12 до 11, 11 часов. До 11 часов ты сняла 5 15-секундных видео и накрасилась. Ты молодец. Ой, ты лучше так не делай. Ты что-то последнее время... Я знаю, что сделал за 11 часов. Знаешь что? Ну что, как ты думаешь? Да ты все сделал. Вот. Потому что Гэри каждый день работает, а не то, что как эти обосранцы. Вы смотрите, сидят, ничего не делают, только чаи пьют.
А я не пью чай, мне нельзя. Тебе нельзя пить чай и спи. Так. Нельзя спать. Наш массаж. У тебя нет парня? У меня есть парень. А? Жорзу. Жора. Жора, это ее парень. Я сказала. Я Жора, а мой парень. Кого что болит, да, Бенет? Классная толстовка у тебя. Ой, да, я боюсь, не надо. У нее татуха. Не надо, нам тут. Я парень с ума. Не надо в субботу там. Удивилась, мы сходимся. Сегодня я хотел попробовать одну очень необычную вещь. Надо найти какой-нибудь интересный предмет. Тухлый мандарин. И стакан. Теоретически, да, он попадает сюда. Но мы его ставим вот сюда. А кидаю я вот отсюда. Это мандарин, это стакан. С такого расстояния я должен попасть. Это мандарин? Давай, будешь подкидывать мне обратно. Потому что это затянется, я так. Это легко, Герман, на самом деле, очень. Давай еще. Фу, короче, этот мандарин не подходит, он уже очень... Спорт Бинет, давай. Я тоже сейчас одену красный. У меня красного нет, правда, но... Последний Бинет! Что? Спустя. Красное! Как вы это делаете? Мне кажется, это очень сложно. Нет, не так. Макс, как тебе приятно, Маша. Один раз не потянешься, Маш? Пожалуйста. Да Маша вообще лучше всех. Гера, смотри. Твоя девушка. Ты молодец. Шикарный Куин. И Мари Сен. Нет, только на миллион. Так что подписывайтесь на мой канал, тогда мы с Машей поцелуемся на миллион. Еще тут будет стоять игровой автомат на миллион. Так что пишите все ваши пожелания, что сделать на миллион. Да, еще покрасить на миллион. Так что Гаррисе пишите обязательно в комментариях. Я придумал нечто более интересное. Вот это надо попасть, чтоб туда закинуть. Такой, типа, идешь. Что я ближе. Тут, короче, мучаешься, они с первого раза. Сегодня я буду готовить, а мы сегодня готовим. Давай. А надо не смотреть? Можно смотреть. А можно смонтажить? Видеомонтаж. Можно потом видео? Сейчас посильнее. Не попадешь, Жень. Бро. Финальный. Первый. Финальный. Кидаю последний раз. Максимально крутые видео для вас, так что подписывайтесь на этот канал, потому что этот канал лучший. Я сделал такие фишки, которых вы еще нигде не видели, потому что Гэрис и я для вас стараюсь каждый день, не надо меня вливать воду, даже чувствую. Подписывайтесь на мой канал, обязательно. Всем до завтра, Гэрис, и влоги выходят каждый день, пока!
Set me free and give me death. There ain't no other choices. When I lay down to go to sleep, I keep on hearing voices.